Меня зовут Костя, АК Братишка Франц, форум о Торонтовке. Вот, люди играют, происходит загар. Фестиваль состоялся второй день, все хорошо, все радуются, весело. Вот, спасибо организаторам, спасибо всем, рад вас был здесь видеть. Камера работает! Привет городу Торонто! И фестиваль уже наступает в Монреале. Народ, устраивайте такие фестивали чаще, это будет здорово. Играет группа из Монреаля, как же бывает, и собрать сошли. Слушайте хорошую музыку, слушайте рок-н-ролл, клево! Так идет. Все, Вадим, очень классно просто ребята играют. И вообще сама идея была замечательная. Ты знаешь, сколько лет здесь, и ощущение дожил на русском фестивале рок-музыки в Торонто. Я покажусь. Знаешь, это настолько радостное событие. Играют, сегодня играли собаки Павлова, они просто убили всех. Это старейшая группа Торонто, и они просто, ну, знаешь, они показали уровень игры. То есть, знаешь, сам по себе фестиваль, великая вещь. Первый раз собрались все группы, которые понятия русский рок, это не просто лампухи в ресторане. Не только заработать, а сама идея рок-н-ролла. И в самом фестивале, в самой фестивале, ты еще хорошую группу выиграл. Все группы играли замечательно, все были на очень высоком уровне. Стоит Миша Гудман рядом, группушка Грибоедова. Здесь, в принципе, вот, ребята, еще стоит основа Грибоедова. Димон Панк, группа Собаки Павлова. Сегодня все сыграли просто замечательно, знаешь, это... Возрождение просто расскажи.